home and a sign if you're down for the gang. Can't fuck with the gang, we don't fucking pretend. We be busting the clubs, cause you know that we can. Всем привет, с вами Судогейм. И сегодня я записываю видосик, как я помогаю новичку. У него 2 часа, типа пруф будет сейчас. У него ник Растаман, вот я ему написал. Сейчас. Нет, не он. Сейчас я покажу. А лучше вообще по стажу смотреть, если он будет нормально работать. Я выбрал его, потому что типа другого не было человека. Вот. 2 часа 33 тысячи. Все, я еду за ним. Договорились мы встретиться в инкассации, в банке, там, где работа берется. Вот. Вот. И рубрика будет это примерно раз в месяц выходить. Вот. И я ему дам 1 000 000, и он сам что-нибудь себе купит. Какую-нибудь машину. Так как на дом ему как бы не хватит. Так, мне пришлось умереть, чтобы как бы. Ну, я в воду упал, поэтому умер, короче, все. Вот он, скорее всего. Да, садись. На что ты потратишь свой 1 000 000? Скорее всего, потому что у него клаус Китая, поэтому у него только английский есть. Ну, английский и китайский. Типа, блин. С Алиэкспресса заказывал, скорее всего. Да, ничего. Чё, что-то типа, блин, не особо принципиально. Главное, чтобы понимали мою все. Так, я вот думаю, может он посоветует что-нибудь купить, типа Е46 можно купить. Типа, ну, Е46. Типа, это самый лучший вариант. Типа, блин, можно любую, в принципе, но лучше всего Е46 купить, так как это, ну, прикольная машина. Типа, лям все равно, типа, у него останется. Или она, по-моему, ровно лям стоит. Сейчас я включусь, как буду уже у сэф. Я вылетел, сейчас еду за человеком. Он уже нашел себе сыночку, он уже нашел себе тачку. Я его жду здесь на входе. Вот, жду. Давай, входи. Так, сейчас, я думаю, ролик выйдет через часа полтора, может через 2. Сколько там, смотря сколько там выйдет именно. Так, как и обещал, в принципе, не обманываю. Так, передать Растаман. 1 000 000. Все. Спонсор будет в описании. Вот. Я типа разговорился с ним, он типа хоп-хоп, ну и договорились как-то вот так. Вот, не наврал, сделал видос. Так, ну, чел вылетел, как бы. У него был небольшой баг, вот. Вот,
я сейчас уже поменял свой курик на фул тюнинг Брабуса с СГУ. Вот, и жду человека с его машиной. Сказал, чтобы он купил и вышел. Хорошо, что я еще не смонтировал ролик, так что успею. Ну, я специально ждал, пока он зайдет. В принципе, так. Не, вот у меня суба была, она прям вообще четкая была. Пусть выбирает себе машину, я буду его ждать.